тысяч опыт, это максимум! Это максимум! И мне выпадает! Я думал, это все шутка! Здорово всем, ребята, кентуха на проводе, и прямо сегодня я выбью Nameless фрагмент себе в инвентарь. И как же я это сделаю? Я прямо сейчас собрал 10 человек в лобби, и как вы знаете, то что за удачу падают Nameless фрагменты. И я прямо сегодня это сделаю! И мы это сделаем не просто в каком-то там режиме, а именно в соревновательном режиме, потому что тут шанс максимальный! Поэтому, ребятки, прожмите лайк за это, подпишитесь на мой канал и напишите как можно больше хороших комментариев. Ну что же, а мы приступаем. Что понимали, я уже собрал 2 лобби подписчиков, и мы прямо сейчас сделаем невозможное. Я нафармлю максимальное количество киллов, чтобы выбить Nameless фрагмент. На счет 3 запускаемся. 1, 2, 3, погнали! И если мы все настроили правильно, по идее, мы сейчас должны найти второе лобби. Нашло, нашло, брат, нашло! Фолифолер, брат! Да, нашло, нашло. Подтверждаем тогда, мои маленькие! Да! Мы с первого раза заснайпили друг друга. Ну что же, ребятки, а вот мы и в хаточке. Запомните ники этих героев, потому что они все жертвуют своим ММРом ради этого эксперимента. Но если, ребятки, мне выпадет Nameless фрагмент, то я, естественно, с вами им поделюсь. Ну что же, план крайне прост. Все тешники бегут на план Б, ставят пачку. Я им всем ставлю по маслине и дефюжу эту пачку. Леди Инженерис, давай, давай. А где пачка? Где пачка? У кого пачка? Да быстрее, ну куда вы? Пацаны, давайте, давайте. О, нет, Флайфолер, брат, у тебя проблемы с интернетом. И дрить колотите заново, братух. Тебе там оба, тебе пачку надо поставить. Брат! Что происходит, мама дорогая? Давай, родной. И прям сейчас, ребятки, я всем даю по шапке и дефюжу. Импулечка, я дал эйс, и у меня, на секундочку, сейчас будет 15 очков. А ну-ка, я правильно нет-то? А, сюда, родики мои. Сюда! Какая же это имбулечка, как же это приятно. А, кстати, да, уважаемые разработчики, если вы меня смотрите, не надо меня банить, я против буста, может у меня ММР это забрать. Я против буста, это всего лишь эксперимент. Ух, ничего, какие красивые граффити. Это у кого так много денег-то, леди и джентльменс? Так, ребят, ну пока я дефюжу, вы можете мне показать свои дорогие скины, КТшники. Что у вас по скинам? Вот так, о, КРДС Рейлган, пойдет, пойдет. Ну, какой-то ножичек относительно недорогой. Так, ну, в принципе, ну, нормальный, нормальный мой подписчик скины. Итого 30 очков. Ай да мы с вами красавчики. Ай да красавчики, ребятки. Просто лучшие из лучших. Так, давайте возьмем 4-1, чтобы так быстрее ставить все маслины. Эх, делай стомы сюда! Ты куда, мужик? Давай, давай, давай. Гостик. Давай, на счет 3 я тебе ставлю шляпку. 1, 2, 3. Изи! 45 очков! Посмотрите, как же это много! И мне второй раз подряд написало то, что я дал эйс. Да-да, ребятки, не удивляйтесь. Я такой, я жесткий. Я киберспортсмен прям! Как же я надеюсь, что после этого видеоролика меня не забанят. Я бан не хочу. Давайте так, пацаны, КТшники, а вы пока рисуйте стену граффити. И потом я буду каждый раунд смотреть, как стена меняется, чтобы было не так скучно. Кстати, знаете, что я подумал? Есть очень большая вероятность того, что меня просто-напросто могут забанить. Поэтому, уважаемые разработчики, не баньте пожи. Блин, пацаны, вот этого красиво все разрисовали, просто молодцы. Ха-ха, обалдеть. Меня подписчики всю стену почти разрисовали. А давайте вы сейчас все станете на одной линии, сейчас дам минус 5. Сейчас, ребята, будет чисто. Файрлайн. Ну, ребят, ну, говорится, опыт не пропьешь. Но попытки были. 5-0, обалдеть. У меня 75 очков. Ох, блин, я на самом деле переживаю больше всего, чтобы меня просто-напросто не забанили. А то я знаю, что за подобное видео разработчики могут мне дать бан. Понятно, скорее всего, они потом меня разбанят, но тем не менее, бан не очень хотелось бы получать. От слова совсем не хотелось бы получать. Ох, ребята, тяжело быть киберспортсменом! 90 очков, обалдеть! Счет 7-0. Я не верю своим глазам, но у меня уже 105 очков! Чего? 105 очков! Я просто в шоке, ребята, 105 очков. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что первое, возможно, меня забанят. Второе, то, что у меня будет очень много ММР. И третье означает, что хэштег Кент не Пепа.
Ребят, ну легчайше, для величайше. Ну посмотрите. Угадайте, у кого сейчас будет 120 очков-то, а? 120 очков! Да! Не, ну ребят, ну хэштег не погано. Так, ну что же, я очень сильно переживаю, у меня уже 40 кд, представьте, 40 кд, обалдеть, не встать. Ничего, и разрисовали стену, посмотрите, подписчики тупо каждый раунд рисуют стены. Так, ну чё, кто там, ребят, кто там? Давайте, оп, сразу минус 2, сразу минус 3, сразу минус 4. И последний чел должен быть с пачкой. Сзади наперед написано Ботик. Стоп, слышишь, топ, ты меня оскорбил? Или мне показалось? Кто Ботик? Я? На, по шапке за Ботика! На, по шапочке! Ребята, ну и как мы видим, самый ценный игрок это Кента ПК. Для меня это дефолтная ситуация. О, меня не забанили? Так, я еще не забанен? Алло! Стендов 2, не бань! Это эксперимент, это маленький... Литл эксперимент! Так, я вроде как не забанен. Ой, как же этот, ребята. Меня еще пока что не забанили. Короче, смотрите, что я думаю. Если я буду давать одни киллы, по-любому я получу бан. По-любому. Поэтому давайте так. В этом раунде наша команда будет сливаться. Потом, ребятки... О, стой! Блин, я не успел договорить. Ладно, все, сливайте. Ну, чисто один раунд отдадим, чтобы система подумала, что мы не софт. А я думаю, одного раунда будет достаточно. Так, ох, ничего, нас тут разрисовали, посмотрите. Вау, просто разрисовали весь наш спаун. Вот это вы молодцы. Вау, как же это круто. Так, ребят, ну что же, прямо сейчас мы должны победить. Я сейчас скажу, что надо делать. Смотрите, я ставлю пачку. И я делаю, смотрите, 4 кило. Раз, два, три. Так, кто? Давай, мужик. 4. А теперь смотри, пятый, иди за мной. Мы прям сейчас ждем, чтобы пачка рванула. Потому что когда пачка рванет, мы получаем плюс 1 очко. Ничего, тут вы все разрисовали. Посмотрите, вот что означает. Собрал подписчиков. Так сказать, проверить эту рубрику. Все, поэтому ждем. Да, все, пачка бомбом сделала. Да куда? Не стой во мне! Все нормально, у меня 150 очков! Найс. Что же мы прям сейчас получим? Давайте посмотрим, ребят, я не верю моим глазам. Я получаю, внимание, 67. Ребэмэр! Вот это да! Я не верю моим глазам, посмотрите. Я просто прям сейчас получаю гол 3. А, гол 3 не получаю, но я получаю 67 ММР. Как же это много. Дальше я получаю максимальное количество опыта, да? А по 3000 опыта, это максимум. Это максимум. И мне выпадает... Да, я думал, это все шутка. Посмотри, что мне выпал. Мне дали фансан стикер. Фрагмент бокс выпал. Да не мне. Обалдеть, вот это да. Ладно, ребятки, перемещаемся в каточку номер 2. Ну что же, ребятки, прямо сейчас у нас каточка номер 2, но мы уже за КТ. Но у нас есть одна небольшая проблема, то что с нами играет рандом. Вот он, Сантос, посмотрите на него. Это тот самый рандом. Поэтому, ребята, план такой. Мы прямо сейчас его кикнем. Но, если не ошибаюсь, в первом раунде кик нельзя. Братан, в Тёмке, замочите его кто-то. Не, он не в Тёмке, он мид. Мочите его, он мид, бежит один мид, замочите его. А мы пока его кикаем, и кикаем его, давайте. Да мид, куда по мне хаешку кинули? Да это я был. Ладно, ребята, окей, тогда моя команда может сливаться. Ладно, нам все равно один раунд надо было слиться. Моя команда, сливаемся. И кикаем Сантоса. Все, ребята, теперь мы Сантоса кикнули. И получается нас пятеро и четверо. Ой, нас четверо, а противника пятеро. Идеально. Ну что же, ребята, мы продолжаем все по нашей накатанной схеме. Прямо сейчас все идем на плент. Так, ну что же, раунд номер 2, у меня 15 очков. Ох, сколько граффити, обалдеть. Посмотрите, что делают мои тиммейты, пока я, ребята, фармлю киллы. Вот это угар, вот это вы даете-то, ребята. Перевыполнили норму, так сказать. Так, ну что же, я жду всех на планету Б. Да стой, ты куда-то перед экраном. А где ластовый? Ярик, брат! Засчитал или нет? Ярик, мужик! Ну что ты сделал? Зачем вы прячетесь, пацаны? Я же из-за вас меньше мэр получу. Не прячьтесь, пожалуйста, окей?
Давайте, чтобы мы дали больше мэр, госпланете. Чтобы мы дальше дали больше мэр, мы будем каждый раунд кикать по одному человеку. Первым мы кикнем Реймона. Реймон, брат, без обид, но, к сожалению, тебе придется кикнуть. Ребята, кикаем! Так, давайте, кикаем. Обалдеть, сейчас нас, по идее, будет уже трое. Все, имбулечка, хорошо-то как. Так, у меня 19 клуб, 58 очков, очень даже неплохо. А давайте я еще кину молик, чтобы вы все сгорели. Я потом хаешку кину. Идеально я придумал. Давайте, ребят, сейчас быстрее бегите. Ставьте пачку, а потом я кидаю молик. И после этого кидаю хаешку. Все, имба. Так, вначале кидаю молик. А теперь кидаю хаешечку. Ох, ребята, сейчас буду минус 5. Обалдеть. Я чуть мой ультимейт еще не забрал, представьте. Перевыполнил норму, учил, осталось 12 хп. 6-1! Я не верю моим глазам. Ну что же, ребятки, а прямо сейчас нам надо еще кого-то кикнуть. Комет, брат, я тебя очень люблю. Но мы проводим эксперимент. Нам интересно, сколько нам мэр дадут потом, братик. Пойми меня правильно. Не бесуть, ну надо тебе кикнуть. Надо тебе кикнуть, родненький. Ты не против? А что не кикает? А, все, кикаем. Давай, брат. Ярик, брат, я смотрю, ты любишь пулеметики, да? Опа! Получай по горбу, сладенький ты мой. Идеально, счет 8-1. Ай да мы с вами красавчики, ай да красавчики. Так, ну чё, ребята, у меня уже 118 очков. Обалдеть, как много. Мне очень интересно посмотреть, что же мы получим за все это. Ну что же, прямо сейчас будет у нас финальный раунд. И давайте ради разнообразия погнали на плент А. Пацаны, погнали все-все-все на плент А. Все идем на плент А. Так, ребят, да куда ты идешь? Так. Смотрите, план такой. О, хаешка, брат, от души лучший. Так, план такой. Я сейчас ставлю пачку. После этого кидаю хаешечку. Идеально. Ай, и после этого я кидаю молик. Да куда вы своих мочите, ребят? Вы что делаете? Рэнди, ты все заруинил, ты минус 4 своих сделал. Вот руина маленькая. Ну ладно, смотрим, что же получил. У меня, ребята, 138 очков. Что же мы получили? И я получил? Я получил? 69 ММР? То есть еще больше мэр, чем в прошлый раз? Я гол 3, это имба! Так, ребята, нам нужны фрагменты, Прошу, дай фрагменты, стендомщик, давай! И... внимательно смотрим. 3000 опыта, обалдеть! Что же мы получили? Я рамку получил, рамку! Ау! Я и фрагмент олд получил второй раз подряд фрагмент. Где мои фрагменты? Почему ему дали, а мне нет? Короче, ребята, я думаю, надо снять продолжение этой рубрики. Прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И знаете, чем прикол? Меня забанили за то, что я слишком много кикал. Обалдеть! Мне дали бан! За что? Я два раза кикнул человека и сразу бан. Вот я, конечно, да. Ах, давайте получать бесплатно БП. Подпишись на мой телеграм, разыгрываю его там совершенно бесплатно. Ссылочка в описании. С вами был ваш Ютуб. Всем пока!